Парабим, парабам, парабум. С вами Юрич. Продолжаем наши занятия по практическому воплощению ордена проектов. Ну вот это сейчас 255 миллиметров у нее ход, то есть он должен добежать краем вот до сюда, ну фактически там 5 миллиметров от движка упереться. Сейчас мы подключаем движок. Движок двойной, потому что момент на ось двенашка, момент приличный требует, конечно, по-хорошему вставить надо 57, но у меня нету, поэтому пока стоит вот такой вот 43. Так, даем питание на комп, даем высокое. Высокое всего 12 вольт, поэтому... Муфта работает, индикатор нам показывает то, что он должен показывать. Но это все пока черновой вариант. Скорость 4000 шагов держит он. Так, все, вот зазор. Поехал в другую сторону. 2,5 секунды постоял, поехал в другую сторону. Четушка. Как другой суппорт. Ну тут проблема с креплением движка возник. Штатное крепление, полное фуфло оказалось. Пришлось городить. Вот самая большая проблема жесткой стены. То есть нужно крепить. Это еще зазор. Четко под подшипник. Небольшой рывки обусловлены тем, что он вписывает на индикатор паузы. И вот как бы так залезть. Ну вот 5 миллиметров запозиционировался. Ну, разумеется, интерфейс будет уходить на исполняющее устройство. То есть момент приличный, вот рукой я не торможу. Вибрация идет. Так, смотрим. Значит, вот он, живая точка. И все на раз и хорош. В принципе, уже гоняло все, он просто тут центровка важна. То есть зазор где-то 0,1 получился осевое смещение. 0,1, 0,12. Не могу точно выставить. Еще впечатление, что винт подогнут. Поэтому вот этот винт бьет. Вот 255. Она на 253 стала. Ну ладно, будем разбираться, откуда тут такие погрешности. А, уползла у меня. Вот что. Уползла она. Обычный драйвер не греется, можно, конечно, обдувалку поставить. Ток надо будет рабочий замерить, конечно. Ближе, дальше подшипника загнать можно, но не рекомендую, что-то у меня слегонцал тупит, кривит. Поэтому вот ограничение хода каретки по подшипнику. Ну, не все идеально. Эта каретка шла 1,5 месяца. Побила все антирекорды, поэтому так вот говняно получилось. Так. А, нет, все точно, 255. Движок тоже, запас мощности приличный. Ну вот надо делать 2-миллиметровой стали недостаточно, надо 5-6 ставить на упор. Не было вибрации. Вот она пошла. Вот она. Косяк. Вот он потерял шаги из-за нее. Выключаем пока.